раскрыта новой книгой жизни. Решение мне принадлежит счастливым быть или не быть во всех мгновениях. Перелеснулся новый день, и в нем я запишу теперь, как в сердце сохраняю цель при столкновениях. Минуты тикая спешат, и в каждой предстоит решать, чему позволить обладать моим сознанием. Ни на секунду не отдам свой дух и разум я врагам. Во мне лишь будет Божий план преобладания.